Честь – это блюдо, которое подается холодным. Поэтому мужчины, как правило, мстят так же неумело, как и готовят. Слав, пожалуйста, ты скоро, а? Да все, уже 5 секунд, и уже можем ехать. Ты что, издеваешься? Мама стоит на вокзале, ждет, ты голову помыл? А, мама уже ждет? Ну, конечно! Ой, так это поспешить надо. Ну? Это ж надо, это ж надо спешить. Так, где фен? Слава, твои 3 волосины на голове высохли еще до того, как ты взял фен в руки. Быстрее. Одевайся. Ладно, что ты. Слушай, а что мне одеть? Вот эту или вот эту рубашку? Мне все равно. То есть тебе все равно, в чем я поеду к твоей маме? Я могу вообще никуда не ехать. Слава, вот эту верхнюю одевай. Угу. Ты говоришь это, чтобы я от тебя отстал, да? Ой, что ты хочешь от меня? У тебя целый шкаф вещей. Пожалуйста, любой выбирай. Целый шкаф вещей. Это меня полнит. Это не подходит под цвет моих глаз. Эту я вообще не знаю, зачем купил. Ту одевай, вон ту. Вот ту серенькую. Ты нормальная? Я в ней вчера был. То есть вчерашние носки тебя не смущают? А что они меня должны смущать? Мы с ними давно знакомы, еще с позавчера. Так, хорошо. Давай, если ты сейчас быстро оденешься, я выполню твое любое желание. Прям любое. Прям любое. Я готов. Давай желание. Можно я никуда не поеду? Нет. Ну, нет, тогда надо одеваться. Мы же к маме едем. Слава, куда ты тянешь? Это моя рубашка. А, то есть тебе, значит, мои рубашки можно носить, а мне твои нет. Не тяни, пожалуйста, ты порвешь. А, то есть я жирный, да? Нет, я не об этом. Просто как мама моя. Жирный, как твоя мама, понятно. Все, хорошо, иди в этом, иди. Хорошо, сейчас последний штрих. Объясни мне, пожалуйста, зачем так долго нужно было выбирать рубашку, чтобы сверху одеть спортивку? А зачем ты так долго ищешь колготки без стрелок, чтобы на них потом одеть джинсы? Потому что колготки стройнят ноги. А, то есть это джинсы кривые, да? Обувайся. Да ладно, что ты. Тебя долго ждать? Там мама ждет. Я тут стою, жду тебя. Поехали. Слышишь ты? Ждет он меня. Что? Ты видела, какое солнце на улице? И? Я забыл очки. Иди уже обутым зайди. Да, а потом мы грязь по всему полу будем голыми ногами разносить. Не ты убираешь. Женечка, чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. О. Все? Нет. Что нужно сделать, когда ты возвращаешься домой? Оставить мужа на месяц без секса. Не, надо в зеркало посмотреть. Опа! Ух, ё-моё! Что? Я кое-что заметил. Что ты заметил? Что на тебя из зеркала смотрит человек, у которого месяц не будет секса? Нет, нет, нет! Я заметил, что у меня такие мешки под глазами. Просто ужас! Слышь ты, Фантомас Житомирский, ты так собираешься идти на улицу? Действительно, так плохо. Посижу, пусть питается. Слав, ну я уже поняла, что ты мстишь мне за то, что я очень долго собираюсь. Да? Да. Ну? Я клянусь, что я буду собираться за 5 минут. Серьезно? Да, мы можем ехать.
Можем, только я не знаю, зачем. Мы уже на час опоздали. А, подожди. А ты забыл тот факт, что сегодня ночью переводили часы на час? Ух ты. А ты забыла тот факт, что сегодня ночью переводили часы не на час вперед, а на час назад? Так что мы на 2 часа уже опоздали. О, а вот и мама. Нет, подожди, стой. Давай мы не будем открывать. Что это? Ну, потому что за 2 часа мама нас обоих уроет. Блин, я ей свои ключи оставила. В рассыпную!